Итак, мы продолжаем. Привет из Великобритании. Бийский школьник вступил в переписку с Елизаветой II. Шестиклассник Захар Шилкин написал письмо английской королеве, и спустя несколько месяцев ему пришел ответ. Я узнал, что она просыпается каждое утро в 8 часов, пьет чай, завтракает и читает письма после этого. Потом аудиенции и все остальное. Английский язык Захар Шилкин начал изучать еще с 4 лет. Этому поспособствовала его бабушка, в прошлом преподаватель иностранного. Идея общения с английской королевой у подростка появилась после просмотров роликов в интернете. Еще 2 года назад, в возрасте 11 лет, Захар написал свое первое письмо. Однако отправить его так и не удалось. В этом году на летних каникулах школьник вспомнил о своем незаконченном деле. Он вновь написал письмо Елизавете II. В нем подросток рассказал о том, что восхищается культурой Британии, о том, что хочет посетить Англию, а также пожелал здоровья королеве. Кроме изучения английского, шестиклассник занимается в художественной школе. Поэтому свое письмо он решил дополнить рисунком. Он выбрал понравившуюся фотографию Елизаветы и по ней нарисовал портрет. И вот спустя 2 месяца Захар получил ответ. Королева поблагодарила его за добрые слова и оценила его творчество. Добавим, что в свои 13 Захар еще не определился с будущей профессией. Однако одно он знает точно – любовь к английскому с каждым годом становится все сильнее. Поэтому бийчанин решил продолжить необычную переписку и написал еще одно письмо. Буквально позавчера я написал еще одно письмо и также с рисунком. Я там рассказал о том, что мне нравится их актер Роуэн Аткинсон, о том, что я поблагодарил за письмо первое, которое пришло, и также рассказал про свою бабушку, которая тоже английский преподавала.